Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. И я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про слесарное дело. Сегодняшняя тема – резка металла. Итак, что такое резка металла? Резка металла – это слесарная операция, предназначена для разделения металла на части с помощью полотна. Ножницами и другими режущими инструментами. В зависимости от приема резка металла может производиться с снятием и без снятия стружки. Собственно, инструменты при резке. Самый первый из них и широко распространенный — это ручные ножницы. Более правильно их называют ручные слесарные ножницы. Предназначен для разреза сортового и профильного металла вручную, а также разрезания толстых металлов. И полотно. Но правильно его называть ножовкой по металлу. При установке полотна в инструмент необходимо следить за правильным выбором зубов. Острие режущего клина должно быть всегда направлено вперед. Натяжение должно быть таким, что полотно не испытывает упругих деформаций и в то же время не должно быть слишком сильным. Это может привести к поломке при незначительных перекосах. То есть, проще говоря, за полотном тоже нужно следить, чтобы зубья не были кривыми, косыми. В то же время обратите внимание на данное изображение. Ножовка по металлу. Это называется инструмент ножовка по металлу. Ножовка по металлу должно быть, скажем так, в среднем натяжении. Не слабое, но и не сильное. Чтобы когда в момент работы оно не гнулось, либо же не треснуло от нагрева. Теперь поподробнее. Ручные ножницы бывают правыми и левыми. У правых ножниц нажим скос на режущей части на каждой из половин находится с правой стороны, а у левых, соответственно, с левой. Ручные ножницы можно разделить по предназначению на листовую сталь до 0,7 мм, кровельное железо до 0,1 миллиметров и листы меди и латуни 1,5 миллиметра. То есть о чем тут идет речь? То, что самые простейшие ножницы, но они тоже имеют свою классификацию. То есть бывает под левую руку, бывает под правую. Но вот лично я не видел еще, так сказать, под левую руку, вернее, так сказать, чтобы их прям широко применяли. Но вот когда я проходил слесарное дело, да, у меня был в группе такой, ну, одногруппник, который был левшой. Вот ему дали такие ножницы. То есть вот по большому счету я только в этом случае видел то, что они нужны. А вот левые ножницы в большом масштабе я лично не видел и смысла в этом не вижу. Только вот для людей, которые вот левша. Вот, в основном. Также бывает, как сказать, от сорта металла подразделяются ножницы. То есть от толщины. Бывает 0,1 мм, 0,2, 0,5, 0,7 мм и так далее. Но об этой теме я еще чуточку подробнее буду рассказывать в будущем. То есть вот про зубья, чтобы не были кривые, не косые. Также, говоря о зубьях, также есть ножовка по дереву.
Вот, в будущем я буду снимать видео уже, как можно их сделать. То есть не идти в магазин новую покупать, а уже вот самим взять и отремонтировать. Тут, там, по сути, ничего сложного нету. Ну, обо всем будущем. Ну, а на этом сегодняшняя тема все. Всем спасибо. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии, если есть у кого-то какие-то вопросы, с удовольствием и буду читать. А также не забывайте поставить колокольчик под это видео, чтобы не пропустить мои новые выпуски. Также добавляйте ко мне в различные соцсети, я буду этому очень рад. А, ну на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.